Bangin' Ballows Night Jazz Quartet собран молодыми музыкантами, едва-едва отметившими на тот момент свое 20-летие. Уже за свой дебютный диск музыканты получили награду «Лучший джазовый артист года». Придя в джаз самыми неожиданными путями, через рок-группу, через рекомендацию родителей, танцоров балета и так далее, каждый из датчан вкладывает в узнаваемый звук группы что-то свое, хотя формально в названии выделен только барабанщик – Фредерик Бюлов. Квартет не идет проторенными путями. Их первые зарубежные гастроли состоялись, например, в Венейской республике, Западная Африка. Что и говорить, не самый очевидный старт для коллектива, которому рукой подать до богатых скандинавских соседей. Однако именно там, на фоне африканских влияний и массивного опыта игры с местными музыкантами, музыка квартета окончательно обрела свой актуальный вид. Так интересно получилось, что мы все вчетвером выросли практически вместе. Вернее, в одном районе. А вот с ним мы вообще жили в одном доме. Но не у одних родителей. По крайней мере, насколько мы в курсе. Музыкой же каждый из нас начал заниматься с детства. И потом судьба свела нас вместе. Это было примерно 10 лет тому назад. И уже тогда мы решили, что было бы неплохо объединиться и начать играть вместе. Но на тот момент у каждого из нас были свои собственные проекты и планы, поэтому затею с созданием группы пришлось отложить на 5 лет. Но в итоге мы снова собрались вместе и организовали группу. То, что мы играем, не совсем джаз. В общем, нашу музыку можно приписать к этому жанру. Однако мы используем очень многое из такого жанра, как хип-хоп. И все это смешиваем с национальными мотивами. Но то, как мы подходим к созданию музыкальных композиций, то, как мы их играем, это уже в джазовой стилистике. Такой подход позволяет нам перевернуть все вверх тормашками и дает возможность импровизировать в рамках композиции. Но не стоит это расценивать, как мы взяли кучу всего и просто смешали. Нет, это не так. Но при этом не стоит думать, что мы предпочитаем классические подходы. То есть, если мы хотим добавить современных ритмов и жанров, например, трап, то мы это сделаем, и получится очень даже неплохо. В нашей группе все импровизируют, но наша самая сильная черта — это композиция. Мелодичность и органичность музыки появляются благодаря совмещению множества элементов, которые каждый из нас приносит в момент непосредственной игры. И при этом мы не хотим устанавливать рамки по отношению к нашему творчеству. То есть мы не говорим, что вот то, как мы сыграли, так оно и должно быть. Мы даем сами себе свободу в рамках общего концепта. Нас вдохновляет очень много музыкантов.
Например, среди барабанщиков это Маркус Гилмор. Также очень старые легенды. Эван Джонс. Кто же еще? Райан Хейнс, который является прадедушкой Маркуса Гилмора. Из пианистов я бы назвал Херби Хэнкока, Роберта Глазбоу, Тихрам Омаша. Он произвел на нас огромное впечатление. В плане гитар нас больше привлекают африканские мотивы и мелодии, ну а также сами музыканты. К примеру, Моти Боукуше. Но я бы не сказал, что он джазовый музыкант. Мало того, я уверен, что в каком-нибудь Spotify или любом другом сервисе музыки вы вряд ли его найдете. Это уже наш второй приезд в Россию. Первый был очень диким и безумным. Мы в течение месяца ели борщ, только его и ничего больше. Все 30 дней на колесах, катались в автобусе. И выходили мы только, чтобы поиграть. И то это были такие небольшие концерты, минут по 20, потому что помимо нас там были и другие группы. Это было настоящее испытание. Но сейчас, в наш второй приезд, все гораздо лучше. И главное, спокойнее. И теперь можно сказать, что все места, где мы побывали, оставили у нас только положительные эмоции. А что касается русских, то ты при встрече с ними не можешь их не полюбить. Они все время рады тебя видеть, и это даже несмотря на то, что зачастую они разговаривают с тобой, а лицо их выглядит так. Но мы понимаем эту проблему коммуникации и то, что так заложено в этой стране. И к тому же теперь во второй свой приезд мы выучили гораздо больше русских слов. Из последнего, например, «отлично». Оно очень сильно помогает нам в поездках. У вас просто удивительный клуб. Мы поражены его оснащением. Оно на самом высшем уровне. Мне как пианисту редко, когда случается поиграть с таким набором инструментов. Здесь даже есть старина Роудс. Причем он в классической комплектации. Даже педаль правильная, аутентичная. Прямо как из коробки. Ну и к тому же здесь очень приветливые и отзывчивые люди. Все очень дружелюбные. Само место уютное. Нам здесь нравится. Мы предлагаем нашим слушателям взрывную волну отличной музыки. Это однозначно то, под что вы будете трясти своей головой в такт. Это зажигательная, заводная, а иногда даже странная музыка. То, что вы никогда до этого не слышали. В хорошем смысле, конечно же.
Джаз — это музыка, которую тяжело создавать в одиночку. Ты все время должен слушать и слышать, что происходит вокруг тебя. И это объединяет. Джаз — это свобода, импровизация. Здесь нет определенных вещей. Все всегда уникально.